Привет всем! Вы на канале Школа Вязания, с вами Катерина Мужин. В сегодняшнем видео мы свяжем узор из квадратов крючком. Значит, похожий узорчик с квадратом мы ранее вязали спицами. Вы просили что-то похожее крючком. Значит, вот такие слегка ажурные квадратики. Я выполнила из теплой пряжи, это Газал Baby Wool XL намотки. Видите, толстая такая поршневая пряжа. Получается такой теплый шарф, палантин, пледик можно связать, кофточку. Если взять более тонкую пряжу, то будет более летний вариант. Значит, изначально нам нужно набрать количество петелек кратно 5, плюс 3 петли подъема. Вот так. Это лицевая, вот изнанка, такая же практически. Схемку этого рисунка вы можете скачать на моем сайте пряжа.com, ссылочка будет под этим видео. Значит, я хочу вам показать 3 повтора. 3 на 5. Это 15 петель, плюс 3 петельки подъема. Изначально я должна набрать 18 петель. Значит, крючок подвожу под ниточку, поворачиваю, придерживаю, подхватываю рабочую нить, продеваю через первую петлю на крючке, первая воздушная петля. Дальше набираем вторая, третья, четвертая и так дальше. Я набираю 18 воздушных петель для своего образца. Так, набрана цепочка. Далее. Первый ряд. Делаем накид. Ввожу крючок в четвертую петлю от крючка. Вот 3, 4. Сюда. Достаю отсюда петельку. 3 петли на крючке. Подхватываю ниточку. Провязываю первые 2. Получила 2 петли на крючке. Подхватываю ниточку. Вторые 2. Это столбик с накидом. Значит, первые петельки подъема. Плюс нужно провязать 4 столбика. Первый есть. Следующую петельку. Сделала накид. Завожу крючок. Провязываю раз, две петли на крючке и второй раз, две петли на крючке. Второй столбик. Снова накид. В следующую петельку ввожу крючок. Достала ниточку. Раз, две петли провязала. Второй раз, две петли провязала. Третий столбик. И четвертый столбик. Вот. Видите? Далее. Вяжем одну воздушную петлю и одну петельку нижнего ряда просто пропускаем. Начиная с следующей, снова вяжем 4 столбика. Делаем накид, значит, одну пропустили, со следующей 4 столбика. Столбик с накидом, раз, в следующую петлю, столбик с накидом, два, в следующую петлю, столбик с накидом, три, и в следующую петлю, столбик с накидом, 4. Повторяем. Так, одна воздушная петля, одну петельку нижнего ряда пропустить, со следующей 4 столбика. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3 и столбик с накидом вот 4. Так, в конце у нас остается одна петелька, сюда вяжем еще один столбик с накидом. Вот так. Это все первый ряд. Так, дальше. Для второго ряда. Одна воздушная петля. Работу повернуть. В первую петельку вяжем столбик без накида. То есть, смотрите, накид я не сделала. Завожу сюда крючок, достаю петельку. Две петли на крючке провязываю вместе. Это столбик без накида. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 4 столбика пропускаем. А в арку, вот эту, видите, между столбиками, вяжем столбик без накида. Завожу сюда крючок, достаю петельку и 2 петли провязать вместе. Так, повторяйте. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 4 столбика пропускаем в арку. Вяжем столбик без накида. Снова 4 воздушные петли. 4 столбика пропустить. В конце у нас будет не в арку, а в 3 петельки подъема, в вершину. Столбик без накида. Вот. Готовый второй ряд. Так, для третьего ряда. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Работу повернуть. Теперь вяжем в каждую арку по 4 столбика с накидом. Накид. Вот под эту арочку я завожу крючок, достаю петельку,
3 петли на крючке провязываю 1, 2 петли, 2 раз 2 петли, 1 столбик с накидом, завожу снова под арку крючок, 2 столбик с накидом, так, под арку крючок 3 столбик с накидом и сюда же 4 столбик с накидом. Вот, 4 столбика провязала в арку. 1 воздушная петля, здесь столбик без накида пропускаем, повторяем, следующая арка, 4 столбика. Раз, накид сделали, второй столбик с накидом, накид сделали, третий столбик с накидом и четвертый столбик с накидом. Вот в арку 4 столбика провязали, далее 1 воздушная петля. Так, и последняя арка, 4 столбика, столбик с накидом, раз, столбик с накидом, два, столбик с накидом 3 и столбик с накидом 4. Вот. Видите, как получается? Значит, в конце у нас в последнюю петельку, вот здесь столбик у нас был, еще один столбик с накидом. Это наши кромки, можно сказать. Вот, видите? Вот такой третий ряд. Далее, для всего узора вы повторяете второй и третий ряды. 1 воздушная петля. Второй ряд у нас был столбик без накида в первую петлю. Дальше 4 воздушные петельки. Столбики пропускаем в арку столбик без накида. Снова 4 воздушные петельки. Столбики пропускаем в арку столбик без накида. 4 воздушные петельки. Так. Последний столбик наш, это 3 петельки подъема, столбик без накида. Вот видите, еще раз повторила второй ряд. И еще раз повторим третий ряд. 3 петли подъема, в каждую арку мы вяжем по 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Между группами у нас 1 воздушная петля. Снова в следующую арку 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Снова между группами воздушная петля. И последняя у меня арка 4 столбика. 1, 2, 3. И 4. Затем в последнюю петельку, это столбик без накида, еще один столбик с накидом. Вот видите, я повторила последние 2 ряда. Так, когда вы отвяжете, то вот эти дырочки, видите, они уже растягиваются по всему полотну, поэтому не будут слишком большие. Вот видите, можно их расширить, но обычно вот так будет. В итоге получается у нас вот такие квадратики. Видите? Красивый узор. Пишите, где вы хотите его применить. Так, надеюсь, вам было полезно данное видео. Всем большое спасибо. Всем до новых встреч.